хотел бы всем нам напомнить, в первую очередь, саму себе. Альхамдулилля, знания мы должны все требовать всегда и не останавливаться. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Куль хали ястави ллазина яълямун валлазина ля яълямун». Скажи, могут ли быть одинаково знающие и незнание? Аллах в Коране также говорит: «Иннама яхша Аллаху мин ибадихи аль-улама». Поистине боятся Аллаха Субхана ва Тааля из рабов Аллаха — это знающие люди. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман салака тариқан йальтамису фихи илман сахала Аллаху лаху бихи тариқан иля аль-джанна». Тот, кто направил свой путь для того, чтобы требовать знания, то Аллах Субхана ва Тааля облегчит ему путь в рай. И ангелы за него каждый раз, когда мы вот собираемся на таких кружках знания, ангелы окружают этот кружок и делают истигфар и дуа, просят за тех людей, которые требуют знания. «Хатта хитану фильма», сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, даже кит, рыба в воде, делают истигфар, дуа за требующих знаний. Поэтому, альхамдулилля, это знание, это фард, талибу аль-илм фаридатун аля кулли муслим ва муслима, требование знания — это именно является фардом обязательным для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Если наши дети, альхамдулилля, будут требовать знания, альхамдулилля, это те исламские знания, в первую очередь, да, это те дети, которые после нашей смерти будут делать за нас дуа, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Иза мата ибн адам инката амалу илля мин салас». Когда человек умирает, книга его деяния закрывается, кроме трех видов людей: «Ас-садакату ль-джария», тот, кто после себя оставил садака, который джария приносит пользу людям. Второе: «Валь-ильму янтафи'у бих», тот, кто после себя оставил полезное знание, которые люди приносят пользу. И третье: «Вальваляду салиху яд'у лях», и праведные дети, которые делают дуа. А именно праведные дети смогут быть тогда, когда они поймут, возьмут именно знания религии, возьмут знания Корана, сунны, таухида, и они именно правильно смогут делать дуа. И эти дети, которые после смерти, альхамдулилля, нас не забудут. Поэтому бывают дети, когда родители умирают, они для своих родителей ставят большие памятники на их могилах, там первое время помнят о них, там какие-то что-то делают, все, и с тем самым тямам, да, то есть это памятник, это ничего не принесет пользу, а именно дуа, постоянно дуа принесет, иншаллах, пользу, даже будучи, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, в Барзахе, те люди, которые, знаете, дорожат, он высоту вверх-вверх поднимается, и люди, которые будут в Барзахе, будут подниматься в степенях в раю, и тогда они скажут: «Я Раббана, ма фаальна залик, о, наш Господь, мы же столько благого не делали, откуда, почему мы все, мы умерли, поднимаемся. Это то, что ваши, Аллах Субхана скажет, это ваши дети остались в дуне, делают благие деяния посредством знаний. Альхамдулилля, я вас посредством этого поднимаю, возвышаю, альхамдулилля, в степенях рая. Да Аллах, чтобы все мы, и наши все дети, и все мы это прочувствовали, и все, кто присутствует на этом эфире, чтобы, альхамдулилля, после нашей смерти наши дети, альхамдулилля, смогли принести нам пользу, помилуйся Аллаху Субхана ва Тааля. Джазакум Аллах.